Чего читаешь? Это биография Уолта Диснея. Не оторваться. Гений – одно слово. Такие люди, как он, рождаются раз в 100 лет. А тебе сколько, 12? Мне 8. А ты что читаешь? Ну так, вестерн. Ну и как тебе? Интересно? Пойдет. И в чем там дело? А я еще не дочитал. Я же не спрашиваю, чем кончилось. В чем там суть? Ну, это про одного парня, объездчика мустангов. История его жизни. И все у него в жизни было прекрасно. Ну вот ему под 40, он падает с лошади и повреждает себе бедро. Надо же, похоже, хороший роман. Да, неплохой.